В Аральском районе Кызылординской области начато строительство завода по переработке и выпуску концентрата из верблюжьего молока. Мощность предприятия 130 тысяч тонн в год. Производство наладили с использованием новых технологий. Вся продукция ориентирована на экспорт. Предприятие позволит обеспечить рабочими местами 150 человек. Всего в регионе больше 10 племенных верблюдоводческих хозяйств. Поголовье в них доходит до 50 тысяч. Поэтому проблем с нехваткой сырья не будет, говорят специалисты. Отмечу, проект включен в региональный карту индустриализации. Сумма инвестиций в этот проект составляет 1,5 миллиарда тенге. Мы планируем до 1 августа текущего года построить этот завод. Планируем обеспечить рабочими местами местное население до 25 рабочих мест. Произведенную продукцию мы планируем экспортировать 100% на зарубежные рынки. Данная продукция пользуется большим спросом на международных рынках, на китайском, европейском, американских рынках. Это беспрецедентный проект в Кызылординской области. Он поможет решить вопросы занятости. Сырье будет закупаться у верблюдоводов Аральского и Казалинского районов и приграничных сел Актюбинской области. Мы в 25 селах уже установили молокоприемные пункты. Это обеспечит устойчивый доход безработным сельчанам.